В этом видео вы узнаете, как можно связать такой теплый свитер любого размера. А узор вы можете выбрать по своему желанию. Сначала делаем образец из лицевой глади. Я провязывала его из 20 петель. Самая надежная выкройка – это старый свитер. Прикладывая образец к свитеру, легко вычислить, какое количество петель необходимо для вязания спинки. Я набирала 90 петель и затем провязала 4 сантиметра или 9 рядов резинкой 2 на 2. А начинающие вязальщицы внизу под этим видео найдут ссылки на те видеоуроки, которые помогут это сделать. Далее продолжаем вязание лицевой гладью. Я связала 90 рядов лицевой гладью. Для начинающих я предлагаю посмотреть урок, как вяжется лицевая гладь. Ссылку вы найдете под видео. Теперь оформляем пройму строго по выкройке. Ссылка на урок «Как убавлять петли» находится ниже под видео. Я закрыла 6 петель. Довязываем этот ряд до конца лицевыми петлями. В следующем ряду тоже закрываем 6 петель и далее вяжем ряд изнаночными петлями. В самом конце этого ряда провязываем вместе 2 петли для того, чтобы пройма получилась плавная. В третьем ряду я убавляю по одной петле с обоих концов ряда. И с другой стороны. В следующем ряду я буду убавлять только одну петлю с правой стороны. И опять убавляем одну петлю с правой стороны в очередном ряду. И еще раз провязываем вместе 2 крайние правые петли в следующем ряду. Это у нас изнаночный ряд. Вязание проймы закончено. Проверяем, чтобы она была одинаковая с обоих сторон. И далее продолжаем вязать лицевой гладью. Я провязала 48 рядов лицевой гладью. И теперь будем оформлять горловину и плечи строго согласно выкройке. По центру убавляем сразу вот такое количество петель, а в районе плеча только одну петлю. И далее будем вязать строго по выкройке, прикладывая каждый раз работу к нашей импровизированной выкройке и определяя количество петель, которые необходимо убавить. Вот я уже убавила одну петлю в линии плеча и петли по центру горловины. И обратите внимание, чтобы количество петель в плечиках было одинаковых. Здесь у меня 23 петли, а здесь 24 петли, потому что я еще не убавила с краю одну петлю. В следующем ряду закрываем 2 петли у плечика с правой стороны и одну петлю с левой стороны у горловины. В третьем ряду, это лицевые петли, я закрыла 3 петли у горловины и 1 петлю по краю плечика. В четвертом ряду я закрыла 2 петли с правой стороны на плечико и 1 петлю на горловину с левой стороны. В пятом ряду со стороны горловины я не закрывала петель. А со стороны плечика
Слева я закрыла одну петлю. В шестом ряду на плечико закрыто 2 петли с правой стороны и 1 петля закрыта слева на горловину. Это 7-й ряд. И здесь на горловину ни одной петли я не закрывала, а с левой стороны закрыла 1 петлю на плечико. Теперь петель уже становится совсем мало. Я закрыла 2 петли на плечико и на горловину я не закрывала ни одной петли. Теперь осталось уже совсем мало петель, и со стороны горловины справа я петель не убавляла, а с левой стороны убавила 1 петлю. В следующем ряду я убавила 2 петли на плечико и ни одной петли на горловину. И осталось 3 последних петли, которые закрываем в следующем ряду. Теперь одно плечо связано, и второе плечо будем оформлять точно так же, как и это. Теперь пройма и плечи готовы и соответствуют выкройке. Продолжение этого урока смотрите в следующей части видео.